Нетрезвый водитель «Лады» 13-й модели устроил серьезную аварию на 814-м километре трассы М7. Сначала мужчина не заметил дорожный знак и, въехав в него, оказался на полосе встречного движения, где зацепил автомобиль «Фиат». Не понимая, что произошло, он начал высказывать свои претензии водителю иномарки. Обо всем по порядку, Ленар Гинатулин. Я, ребята, немножко выпил. Я ехал домой после скандала. Понимаете, нет... Все понимали, что одним скандалом этот вечер для водителя «Лады» 13-й модели не закончится. Внимание окружающих к себе он привлек на 814-м километре трассы М7. Не заметив дорожные работы, мужчина снес знак, после чего потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль «Фиат». Ну, я навстречу, вот клуб пыли просто несется мне навстречу. Я уж как-то пытался его объехать, но вот задним чем-то там мне зацепило задним. А момент столкновения видели сам, когда ты столкнулся? Ну, как столкнулся, он в заднюю часть машины увидел, ударил я. Нет, то есть в вашей машине, да, он ехал? А до этого как он там ехал? А до этого я не знаю, с чем он столкнулся, потому что он уже ехал, уже неуправляемо совершенно. Сцепил крыло и улетел вот сюда. После столкновения предполагаемый виновник начал вести себя вызывающе и высказывал недовольство происходящим второму участнику ДТП. А дальше он тут начал что-то бычить, что-то на меня наезжать. Угрожал, что ли? Он пьян. Сначала он тут лежал, да, там, на асфальте, голосил, потом... То есть его потом скрутили, да, или что с ним? Да, потом быстро пальцы. Приехавшие на место медики осмотрели водителя «Лады» и оказали ему первую помощь. В свою очередь сотрудники ГИБДД предложили мужчине пройти тест на алкоголь. Отказа не было. 0,916. Факт алкогольного опьянения мужчина даже не отрицал и рассказал, с чего все началось. А зачем сели пьяным за руль? А потому что семейная проблема, она мужика всегда всего лишает. А знаете почему? Когда женщина требуется мужика чего-то, мужику че он? Мужик готов на все. И вот мужик пошел. Мужик поехал домой. А такси почему не вызвали? Такси? Такси дорого. Ну, так же дороже будет, нет? А лучше бы я разбился. Ехать мужчине больше не на чем. Восстанавливать машину уже нет смысла. Да и законных оснований сесть за руль в ближайшие годы у водителя уже не будет. Ленар Гинатулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь!